Привет, меня зовут Сергей. Посещал курс Poker Pro. По-другому это не называть. Находился на вахте, почти без интернета. До курса в основном катал NL2, залазил там на NL5, NL10. Ну это так, в минус. NL5, NL10. Сейчас NL5 в принципе идет уверенно. Ну, практически, если не совершать там глупых ошибок. Так что бустануло меня в принципе хорошо это флопзилла при флоп модели, и закрепить при флоп модель ее прост программа прям, ну, здорово идет она, с ней очень удобно запоминать. Приходилось на вахте выбирать между установкой софта, игрой покер и разбором раздач, конечно, что-то одно. В основном это какой-нибудь софт и игра в покер была. Старался не пропускать там созвоны с группой, видеотренировки. Мужики в группе знающие толк в обучении. Работали с головой. Довольно интересно получалось общение. Много инфы давал Дмитрий Мазарини. Ну, Серега вот тоже поддерживал разговор в покерной теме. Направлял, так сказать, в нужное русло. Спасибо им огромное. Тренировки, вот особенно первые 2 недели вообще прям такие интенсивные и реально поднимают игру, поднимают общее образование по покеру. Вот. Пришел на курс без знаний каких-то терминологий. Довольно сложно было с аббревиатурами. Хотел найти на сайте, на форумах информацию по энциклопедии, но тут, ну, это один из минусов. Здесь довольно много всяких наименований, но я уже написал на форум насчет этого. Ну, это так, мелочи. В принципе, видео про аббревиатуры тоже нормально. И в ходе тренировок, в ходе общения, в принципе, это узнается. Ну, в принципе, все. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо Петру, Сереге, Николаю за курс, за общение. Сейчас буду разжевывать это все дело, внедрять в игру. Спасибо.